Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 2576. События дня. Второе послание апостола Петра, 1 глава, 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь». За 30 декабря 2022 года. Ну и вот обращение о помощи. «Господи, услыши, помоги». Люди, которые кормят сами, не сотни, а тысячи людей кормят и нуждаются в помощи. Услыши, Господи, помоги для обновления техники. Добрые люди, 5 роликов про них тут взяли, сняли. Я прокручиваю довольно быстро, а вы в текст давните курсором, остановится, прочитали, пошли дальше. Ну вот уродует детей, безбожник вырастет, обманщик будет. Это надо же вот так придумать, и перед народом и не стыдно ничего. Миллионы людей это видят. А что, возня с католиками, а католичины? А что тут православные фартуки наденут? Это ничего не значит.
Ну, так немного, что есть. Сегодняшний день. Что говорить-то? Пятница была. Выходил на улицу. Голубям лазит Володя. У него хлебный день был, стряпал. Это все события местного масштаба. Но все остальное на месте. Торчу здесь, в интернете. Столько нагрузил, что весь интернет все у меня развалилось, не потянуло. Всю ночь теперь я выскабливал. Вот так. Слава Христу!